Ну что, давайте посмотрим, как возводятся опоры, эстакад перехода трассы М11 через железнодорожное полотно. Вот такие у нас каркасы. Как видите, здесь спиральная навивка поперечной арматуры, а также полосы для того, чтобы каркас был устойчивый и держал свою форму на монтаже. Вот здесь шпунт, который мы смотрели с вами в прошлом видео. Вот здесь у нас пленкой сделана уже часть, которая залита. Вот он ростер, который на сваях стоит. И сверху стоят круглые опоры самой эстакады, самого перехода над железной дорогой. Вот вид сбоку. Опалубка, как видите, здесь не трубы. Здесь опалубка съемная, металлическая, чтобы много раз можно было использовать, потому что заливок таких много. Пленкой закрыта от дождя, плюс прогрев идет. Поставлены леса. И вот поставлены такие подпорки, чтобы ветровая нагрузка, соответственно, все это не свернула при порывах ветра.